Награды и благодарственные письма получили 98 пограничников Мангистауской области. Указом президента 8 военнослужащим вручили юбилейные медали 25 лет независимости Республики Казахстан. 12 человек поощрены медалью за отличие в охране государственной границы. Еще 36 награждены нагрудным знаком «Отличник пограничной службы 1-й и 2-й степени». За годы независимости количество пунктов пропуска на границе возросло с 6 до 98. Пассажиропоток за последние годы вырос в десятки раз и сегодня составляет более 46 миллионов человек в год. Нельзя не сказать об уникальности береговой охраны, которая защищает рубежи нашей Родины как на суше, так и море на участке в 425 километров казахстанско-туркменской границы. В этом году военные моряки получили 3 пограничных корабля, и сейчас перед ними стоят новые задачи – охрана нефтегазового сектора в северной части Каспийского моря. Я был награжден юбилейной медалью 25 лет независимости Республики Казахстан. Данная награда является оценкой моего вклада в развитие и становление нашей республики. Государственная граница будет охраняться должным образом.